Четырехлетний Михаил на праздник научных открытий пришел с отцом, вместе занятый сооружением картонного космодрома. Выходной день, проводим время по максимуму, развлекаемся, вот, делаем космодром. Ну, пробуем разные вещи, вот, решили сделать космодром, да, Мишка? А что мы перед этим делали? Очень ценное время, когда ты можешь провести с ребенком. Праздник научных открытий проходит в рамках проекта психосоциальной поддержки и адаптации детей-переселенцев. Сам проект работает с июля прошлого года. Пространство семейного и детского развития работает в городе Запорожье. Туда можно прийти детям в возрасте от 4 и до 14-15 лет, позаниматься. Все абсолютно бесплатно. Это английский, это психологи. Вот. Этого проекта сегодня вот такое большое масштабное мероприятие. Здесь работает 10 творческих и научных станций. Есть и игровые площадки, где дети узнают новое о науке и открывают для себя интересные хобби. К примеру, Ксения вместе с ребятами рисует доброго монстра. Я хочу нарисовать монстра, чтобы потом показать маме и развеселить ее. Они всякие разные, красивые, страшные даже немного бывают. Есть такие, которые добрые, а есть такие, которые подружиться, они могут тоже быть добрыми. В рамках проекта психосоциальной поддержки и адаптации детей такой семейный праздник научных открытий первый. Но на этом организаторы не планируют останавливаться. Всем нам нужны хорошие позитивные эмоции. И хорошо, что вместе с поддержкой немецкой стороны есть фонды, которые реализуют такие замечательные программы. Для нас, как для инициативы инфраструктурных программ, для меня, как для координатора, очень важно, что я вижу много улыбающихся детей, счастливых, расслабленных родителей. Это очень важно сегодня. Валерий Калайтан, Александр Гоц, ТВ5.